Виталий, как прошел полет? Как устроились? Все прошло замечательно. Не было нигде задержек, ни в аэропорту. Быстро долетели. И у ребят было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Сейчас готовимся к тренировке. Какие задачи на сегодняшнюю тренировку? Просто ребята посмотрели мячи. Поле мы будем играть на другом стадионе, но нам обещали, что практически идентичны. Вот важно, чтобы мячи посмотрели, чтобы, как говорится, так сачок пустили после дороги, размялись хорошо. Так. В основном это преследуем. За последние два матча команда пропустила 4 гола. Давно «Динамо» столько не пропускало. Какие-то ошибки были разобраны? Мы пропустили, возьмем два стандарта, причем с одной и той же точки. Один из них на последней минуте. И пропустили два мяча, пропустили, я считаю, при быстрой атаке. Вот. Первый гол пропустили контр-игра, проиграли единоборство, вот, а второй мяч. Я считаю, что это больше усталость именно в оборонительной линии. Ребята, ряд ребят, которые сыграли все матчи. Вот, и как, понятно, что когда есть у команды соперника быстрые игроки, а у защитников нет свежести, то мы это все предвидели. Ну, что поделаешь. Ребята пытаются играть, много атаковать. И если команда атакует, конечно, мы даем зоны для противника. В этой игре постараемся сыграть по возможности более дисциплинированно в обороне, без разрыва в линии и, скорее всего, наверное, больше контратаковать. И приоритетная цель на завтрашний матч? Проход. Все, спасибо.